Девочки и мальчики, привет всем, мои дорогие. Мы с кем? Начинаем КВН. Привет, привет. Мы с Ирочкой едем поздравлять Оксану, так как у Оксаны сегодня день рождения, и мы даже не знаем, работает она сегодня или нет. Надеемся, работает. Так что сегодня 4 января. У Оксаны день рождения, мы купили подарок. У нас вообще планов миллион на сегодняшние несколько часов. Я хочу сказать, если вы смотрели фильм, сериал «Friends», то есть «Друзья», и вот там Дженнифер Энистон играет, это такой фильм, вот там, вот видите, у нас одеяло называется «Friends». Мы Оксане сегодня купили тарелочки «Friends», там костеры «Friends». Ну, если она откроет, то я покажу, что мы купили. И вот ты думаешь, от друзей... Что такое костеры? Я сама не знала. Ну, костеры – это чашечки на что ставить, чтобы не было следов на столе. Знают все костеры. Поэтому едем. И так как мы друзья, мы дарим ей друзья. Подарки. Да. Друзья. Да. Вот мне показалось, что это очень клево и на самом деле стильно. И одеяльце, оно такое беленькое и очень красиво. Мне понравилось. Ну да, и вообще, как бы это от чистого сердца. Да, будет всегда брать эти вещи и говорить: ой, друзья подарили. Да, кто да, у меня да. друзья? А кто у меня друзья? Вот так. Так что едем вместе с вами. Итак, мы с Ирой приехали. Вот тут Оксана, она не ожидает, что мы к ней сейчас придем. Не ожидает. Она хоть работает, но открыто будет. Открыто работает, вон ее машина стоит. Так, бери мешок. Нет, ты бери. Видите, вот Friends. Я возьму этот. Да, да, убери мешок вот тут. Что, у тебя одна рука занята? Да. Вот все у нас вот из этого вот Friends, видите? Пошли. Все, пойдем. Так. Как прям, как реалити-шоу, знаешь. Не ожидает человек. Мы сейчас пранкуем ее. А вот да. Пранкуем, да. Пранкеры. Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday, my love. Спасибо, we bought for you this present. Look, this is... Yeah, because we from everything from France. Everything. Мне уже принесла подарок вчера. А я же не знала, что у тебя день рождения сегодня. Наташка говорит. Wow, у Оксаны день рождения. Everything from France. Крутые друзья. Все для, все для тебя от друзей. Легкие подарки тебе. Да, там все от друзей. Ага, и тарелочки. Бумаги целый мешок. Да, чтобы, чтобы сделать вид, что большой подарок. Ну, спасибо, спасибо. Пожалуйста. Спасибо. Куколка моя. Чтобы не разбить, ну вот. Все. Вчера бы съела, не растаяла там мой-то подарок. Но я люблю такое растаяние. Ну, не очень, но там половина выпила. Давай покажем на Ютубе, потому что я всем давай, хотела сказать, они же не видели. Ну ладно, немножко подождет клиентка твоя. Смотри, это значит такое... Сейчас. Это костеры от Friends. Это чашечка? Это костеры и чашечка, да. Чашечка. Да, от Friends. Дальше у нас идет... Большое блюдо от Friends. Это салат, салатника такая. Friends. Ну, видишь, Friends написано. И две красивые тарелочки. Они две одинаковые. Смотри, какие Friends. Ой, я такие тарелочки люблю. Я знаю. Ты же видишь, будешь две одинаковые вспоминать. Такие. У меня вся подушка, вся посуда от Фальконе. Нет, я хотела тебе другую. Мне дали, чтобы я ее в гости приглашала. Да, я хотела тебе белую, но там все разобрано уже. И вот это тоже красиво, да. И вот, пожалуйста, вам. Потому что ты мне белую дали. Да, да, да. Ну, все равно это как белая. Смотри, тоже Friends. Вообще. Да. Вообще, классно. Мягонькие Friends. Спасибо, девчонки. Будешь доставать нас? Я говорю, вот у нее день рождения, она работает день рождения. Я и так каждый раз вспоминаю. Ты похудела, что ли? Очень похудела. Она на 10 килограмм похудела. Серьезно? Конечно. А я сейчас только заметила. Вчера да. Залетела, обняла, улетела. Да, она похудела хорошо, куколка наша. Вчера она вообще залетела. Вот тебе мороженое. А я еще не знаю, вот там. А я ее не видела. Она мне напугала. Господи, кто там? Короче, а мы поехали на Мэнати смотреть. И поэтому вот тебе сейчас заехали и поедем смотреть. На Мэнати смотреть. Да.
ты милый, а видели, какой он мне девочки купил. Ой, а кто тебе? Это кто тебе? Не любовник же. Это тайный поклонник, наверное. А кто? Нет, а это у меня моя одна кастома есть. Вот Happy Birthday Love. Флоренс. Лили, ты повар, да? Красиво, да-да-да. Так, ой. Ну не видно букета, возьми его. Ну все видно, я не хочу. Ну вот мы около букета. Это не фотография, это видео. Да. Спасибо, неожиданно. Так, я не ожидала. А я думала, ты фотографируешь же такая. Нет, я хотела видео сделать. Они же вот в январе, во второй половине. Да, она видела, конечно. Я что, я в Флориде 25 лет живу. Уже столько менеджеров с моими видели. Бедненько работает даже свой день рождения. Ну вот, ну ладно. У меня завтра выходной. Да, ну хорошо. Такая хорошенькая, да, она вообще. Ты очень красиво выглядишь, Оксана. Да ладно. Очень. Посвежила, это хорошо. Мне все говорят, ты так помолодела. Ну, видишь. Да. Новый образ жизни. Да, да, это всегда. Все, мы тебя любим, мы поехали. Давай, куколка. Давай. С днем рождения. Мы как реалити-шоу сделали, неожиданно. Ну вот видите, как приятно. Как приятно вот так неожиданно поздравить человека. Конечно. Вообще. Так. Следующая наша остановка. Не Бологое, не Поповка. Едем смотреть морских коров. Менати. Менати. Или морские коровы. Вы с нами. Итак, мы приехали. Сейчас заплатим $6 здесь за машину. Тут недалеко. Смотрите, машина с Юты. С Юты люди приезжают, чтобы посмотреть сюда на этих морских коров. Кстати, вот эта вот арка, она называется Моаб. Вот, которая какая? Вот на номере, видишь, Юта? Угу. Вот эта вот арка, это природная такая арка, да. Угу. Она вот именно такого рыжего цвета. Да. Называется это место Моаб. Не знала, Ира, не знала. Вот. Откуда ты все знаешь? Ну, так я же езжу по всей Америке. Mm. Вот на эту арку я еще не заезжала, надо будет заехать. Понятно. Продвигаемся. Так, 38 менати всего тут. О, что-то ну, мало. Чего это? 38 всего. Only 38 менати today. Ну, потому что вы приехали рано. Позже там будет по 300. I remember last year it was more than 400. Yeah, because it's... Oh, only when it's very cold. More, you have maybe 4 or 5 very cold days. Ah, okay. And we get 400 or 500, sometimes 600. Он говорит, иногда 400 и 500, но когда холодно. Когда холодные дни, тогда да. Сейчас не так много. О, окей. Ну, я знала, что мы рано приехали, да. Обычно в январе, феврале. Нет, обычно декабрь, январь. Нет, февраль очень много. Но он тебе сейчас только что сказал, январь, февраль много. Он же работает здесь. Приключения Маши и Вити. Когда мы в такие дебри заезжаем, мне все время вспоминается этот фильм. «Приключения Маши и Вити». Я даже уже не помню, о чем он. Помню, что там боярский кота играл. А ты своим девочкам не показывала еще этот парк? Показывала. Да. Тут и без Менатте очень красиво. Ну, да, такая изумрудная, прозрачная. Здесь вообще хорошо, конечно, погулять, воздухом подышать. Я часто приезжаю, да. Порелаксировать, просто погулять. Да, Ира, ты так ездишь быстро. Посмотри, как едут люди медленно. Вообще. Рыбку не задави. Итак, мальчики и девочки. Нет, девочки и мальчики, маленькие попугайчики. А как я сказала, красиво. Приехали мы в парк. Народу куча. Куча целая. Красиво, приятно. Там вот домик такой симпатичный. Туда тоже можно сходить. Там типа музея. Но музей это на самом деле скучно. Народу куча. Смотрите, вся парковка забита людьми. Ой, у Иры какая кофточка-то с котенком с каким-то. Да, с котенком. Да где ты такую взяла-то, Макуна? Мы с тобой уже Накуна Матата. В этой кофточке. Mm. В этой кофточке мы уже гуляли, выгулили ее. Так. Идем. Ты знаешь, в какую сторону идти-то? Ну да, можно вот начать. Вот там? Можно начать оттуда. Да, да. Пойдем с корабликов, начнем. Пойдем. Белые, вот домик, смотри, вот белые кораблики. Здесь жили основатели белые. Этого парка. Да знаю я, да. Но там скучно. Там ну там и типичка какая-то, посуда. Надо в следующий раз прийти сюда с этим, с пикником.
Да. А мы сюда приехали. Белочек покормить. Жанна и ее подружка, русская тоже девочка, они так захотели окрошки. Ага. Я им сделала как бы этот салат. Я говорю, вы купите квас в русском магазине. Вот, и мы тут съели, ели окрошку с черным хлебом. Так хорошо. На природе все вкусно, правда? Очень. Я так любила, знаешь, хлеб с подсолнечным маслом, солью и зеленым луком. И с чесночком еще, да? Нет, чеснок я в детстве не ела, но вот это вот я любила. Вот эти. Мосс, Spanish Moss. Деревья там интересные, ну ладно, потом. Ой, какие мы красивые, Ира. Да. Прямо не налюбуйся. Чего-то люди видят уже, что-то смотрят. Да, 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 да.